держать Янкунаса. Но пока Паулюс не атакует. Мичич в угол. Трехочковый от Улановаса. Упустил. Спасибо режиссеру трансляции Юлии Мармелович, который этот повтор очень тонко. А это Мичич. Отличный пик-н-ролл. А Мичич не знает, кому мячик отдать. Ну, самая надежная. Не успел выбросить Милакнис, а очень хотел. И опять. Хорошая передача, но Мичич не видел, что он... Не решился Мичич перебрасывать Клайберна. И опять бьет. Ну вот из трех одну. Мичич. Никто мяч не задержал. И зал зажегся. Самый опасный игрок в третьей четверти у соперника. Это двухочковый. Из четырех три. Напомню, что после четырех игр у Декало Мичича. Пангасу.